Наблюдатели ОБСЕ открыли новую передовую патрульную базу в станице Луганской, прибывшей из Луганска. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук сообщил, что ситуацию на линии разграничения будут отслеживать 4-6 человек. Этот наблюдательный пункт 8-й в Луганской области. Передовые патрульные базы работают в Стаханове, Луганске, Северодонецке и Новоайдаре. Патрульная база нужна для того, чтобы работать в тесном контакте с местным населением. Следующее задание – это взаимосвязь с военными, которые тут находятся. Представители патрульной базы будут предоставлять отчеты нам о том, что обнаружат.